Обзор прессы на Первом деловом. В популярных украинских изданиях читайте о таком. Не секрет, что самые действенные инструменты эффективности, успеха и достижения находятся в нас самих. Необходимо лишь научиться правильно их применять. А начать можно с самого простого, с развития личной ответственности за результаты своей деятельности и отношения в команде. На практике это означает брать на себя ответственность за результаты работы команды и отношений в ней независимо от внешней оценки. Развивать партнерские отношения в команде, максимально использовать свои сильные стороны и качества других людей. Быть драйвово-позитивным, фокусироваться на позитивной обратной связи себе и своей команде по результатам работы и предотвращать конфликты. Тема на страницах компаньона. Криптовалюта биткоин, родившаяся как анархистско-либертианская альтернатива существующей экономической системе, сегодня стремительно превращается в объект инвестиций обеспеченных предпринимателей. То, что еще год назад называли ненастоящими деньгами, пригодными только для незаконных операций с наркотиками и оружием, сегодня привлекает к себе все больше внимания. Биткоин уже престижен и даже пробует выходить в массы. Эта криптовалюта – альтернативное децентрализованное средство по цифровой передаче прав собственности. Как она появилась, развивалась, трансформировалась и что ждет ее в будущем, разбирались стратегии. Какие требования к светопропусканию стекол предусматриваются действующим законодательством и какими законодательными актами это прописано? Правомерны ли требования оплатить стоимость хранения автомобиля на штрафплощадке, если он является вещественным доказательством? Компетентные ответы на эти вопросы дает адвокат в свежем выпуске еженедельника «Автоцентр».